Добрий вечір. В ефірі 35-го телевізійного каналу, як завжди у цей час, програма «Добрий вечір». У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. Сьогодні це Денис Барашковський, заступник голови комітету по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією. Добрий вечір. Добрий вечір. Итак, Денис. Собственно, структура, которую вы представляете, ну, скажем так, заставила обратить на себя внимание николаевцев недавней акцией, недавними событиями возле Николаевского областного лесхоза. Два дня перекрывался проспект Ленина, пришло достаточно большое количество людей к стенам лесхоза, пригнали боевую разведывательную десантную машину, пусть демилитаризованную, но все-таки броневик, как бы производит впечатление. И я думаю, что и тогда, и по сегодняшний день у многих николаевцев, собственно, существует вопрос. А что это было? Наверное, с самого начала тогда начну. Где-то 3 месяца назад к нам обратились представители ополчения с главами 4 лесхозов о той ситуации, которая происходит в лесхозе. Мы не были информированы так. Но когда мы узнали, что там происходило с песком, что происходило с лесом, подавали документы, мы это начали свое расследование, начали собирать информацию, ездили в Казанку, в Березанку, в Очаков. Вот, все больше и больше информации, в Вознесенск. Все больше и больше собралось у нас фактов. Ну, мягко сказать, коррупция, это будет неправильно. Злостная коррупция. Где из нашей Николаевской области, как области изначально, она не была лесистая. Леса сейчас вообще практически нет. То есть он уменьшил за 10 лет уменьшены площади лесных угодий на 60%. То есть, ну, бешеные суммы, о которых там мы не можем их озвучивать, да? Есть для этого суд, который в конечном счете будет выносить свои решения. Главы лесхозов говорили конкретно и понятно, что глава областного лесхоза не подписывал ни одной бумаги. Все как обычно делалось у нас, телефонное право, подчиненные отсылают мзду, отсылают долю, отсылают проценты и работают тоннами соляры, машинами дров, на решение своих вопросов, на лоббирование в 2012 году депутатов партии регионов и так далее. То есть мы собрали ряд документов вместе с другими общественниками, подали их, подали Романчуку, подали в прокуратуру, осветили это в прессе. Несколько раз Романчук Николай Павлович писал подання на звільнення на Паламарюка, но он не имеет права звільняти его самостоятельно. Ну, прямого прямой подчиненности нет, мы понимаем. Он отправляет документы в Киев. После этого начались звонки. Почему-то начались звонки от партии «Свобода». Вопрос, почему? Начались звонки кому? Романчуку или вам? Нам. Начались звонки представителям наших общественных организаций, кто занимался разбирательством в этом вопросе, когда мы собирали факты. То есть уже резонансы были, уже собирались по 300 человек под ОБЛДЭШ администрации, и в лесхозе еще месяц назад, полтора месяца назад, просто эти акции не были столь мощные, столь как бы акцентированы. Вот. Зачем вам сдался этот Паламарюк? Задавали вопросы, то есть мы это обсуждали, то есть среди руководителей общественных организаций. Ну, то есть прекрасно нам становится понятно, что что-то не то происходит. Почему «Свобода» так? Я прошу прощения, этот вопрос, зачем вам дался Паламарюк, задавали представители местной «Свободы» или киевской? Нет, это звонили с Киева, это реальные депутаты Верховной Рады с партии «Свобода». Звонили и говорили, зачем он вам сдался, что он вам там мешает жить или что. Ну, в таком формате, то есть пытались как-то размыть нашу концентрацию. Здесь на месте мы, когда обратились в прокуратуру, Забарчук объективно принял к рассмотрению. Там мы, когда пришли к нему, 8 или 10 было, не помню, общественных организаций на тот момент, совместно подали запрос. Он очень довольно-таки
ну, здраво отнесся, то есть и запустил, подняв прокуратуру, и началось расследование. По четырем фактам были разбиты из тех документов, которые мы подали, на четыре секции. Каждой секции занялся отдельный прокурор. То есть все довольно-таки намечалось, что будет работа. Вот. Ну, так как мы опять знаем, что на самом-то деле все решает Киев. Из Киева опять же поступила информация, что никто никого не будет снимать. Общественники были очень не то что разозлены, потому что мы не имеем права злиться на чиновника. Мы можем не понимать, почему одна власть сменила другую, и новая власть начинает крышевать старых спонсоров старой власти. Вот это было просто людям непонятно. Мы подали еще одно звернення від координационной рады. Повторно Романчуку. Вот оно, за подписью лидеров общественных организаций. Повторно подати клопотання на звільнення. И совместное решение координационной рады, там написано начать мирный протест. В этот момент проезжал глава департамента лесного хозяйства Украины в Херсонскую область. Ему звонили одни из руководителей общественных организаций. Это уже было возле лесхоза. Пригласили его. Пригласили Романчука. У нас как раз была встреча координационной нарады с ним. Мы попросили сделать открытую нараду. То есть возле лесхоза или в лесхозе. И на эту встречу пришел и Пономарюк, и представители его голов лесхоза, были все 9 голов лесхоза. В зале заседания лесхоза, когда началось слушание, скажем так, общественности, губернатора, головы лесного хозяйства Украины, кто еще там был, заместители губернатора, начала выливаться еще одна правда, потому что что-то кто-то держал в сейфе. Депутат Вознесенского совета Крет вынес такой компромат там. Это отдельная история, вы видео, наверное, видели, что за подписью Пономарюка и нескольких депутатов было подано Крету на выведение из лесного хозяйства более 300 гектаров земли, если я не ошибаюсь, там 300 с чем-то. Письмо, его подпись, наказ. Крет сказал, что он не подписал его и не дал делоход, за что был звильнен. То есть это даже этого мы не знали. То есть, ну и я уверен, что информации будет и больше, лишь бы правильно люди этим занимались. Хорошо, я прошу прощения. То, что вы сказали, было подано заявление в прокуратуру, и там вроде бы некий процесс начался. Он продолжается или остановлен? Конечно. Ну, это мы можем сейчас сделать запрет на прокуратуру, в какой то стадии. Однозначного ответа на данный момент нету. Хорошо. Нет. Будем надеяться, что оно есть, и мы получим в конце концов адекватную некую реакцию правоохранительных органов. Но все равно остается вопрос. Вот у вас по ходу, собственно, того, что вы рассказываете, как развивались события вокруг лесхоза, вы постоянно говорите: мы, нас, вас, кого, вы кто? Я представляю комитет по борьбе с злочинностью и коррупцией. Что это государственная структура или не государственная? Это всеукраинское громадское объединение, которое на сегодняшний момент есть в 18 областях Украины. Как давно оно существует? Оно существует 7 лет. 3 года оно не работало, комитет не работал, потому что главу комитета, Косарева Алексея, 3 года назад закрыли в тюрьму. Он личность очень известная, он ездил по всей Украине, закрывал казино, закрывал магазины с курительной смесью, вел активную громадскую деятельность. Ему звонили депутаты Верховной Рады, представители разных структур силовых, чтобы он перестал мешать им зарабатывать деньги. И в конечном счете подкинули деньги, написали заявление. Судебная система у нас работает, поверьте, исправно по этому вопросу, как убирать людей. Инакомыслящих, людей, которые не молчат, людей, которые хотят что-то изменить. 3 года он сидел в СИЗО.
освободился во время революции, гидности, как ее называют все. Вот. И начал опять активно, вернулся к своей хорошо, активной деятельности. Хорошо, Косарев. Ну вот когда вот здесь, скажем, возле областного лесхоза, мы видим достаточно большое количество людей, николаевских общественников. Ну, я как человек не безразличный. Я могу твердо сказать, ну мы всех николаевских общественников знаем. Люди, которые, в том числе и с Пономарёвым, в том числе там и по Крету могли вопросы задавать. Эти люди на виду годами. Ну, часть из них сегодня там стали властью, после того, как власть поменялась. Но мы их всех видели, мы их знаем. А вы появились как бы ниоткуда. Вот это может вызывать удивление и непонимание. Ну, это обоснованно. Действительно, человек 3 месяца появился. Не только вы, и ваши коллеги. Ведь среди общественников, может, я их не видел, но те, кто были под лесхозом полгода назад, год назад, мы не видели их. С себя начать или с общественников? Этот вопрос существует. Вы понимаете, вот каким образом, то есть, вот условно говоря, кто вы такие? Я вам скажу так, что много людей проснулись, когда началась революция. Причем Николаев, когда началась революция, в общем, как мое мнение, спал. В общем спал. Доминирование партии регионов, доминирование бизнес-интересов партии регионов, определенный менталитет юга Украины – это отдельные моменты, о которых мы можем говорить. То есть тогда, когда люди центральной Украины, западной Украины массово и активно поддерживали Майдан, у нас активно поддерживали единицы этот Майдан. Но внутри, в громаде, в Николаеве, на юге Украины зрело это чувство украинскости, оно зрело. И оно у нас созревает и приносит положительные плоды. Это я могу сказать только на... Многие примеры могу привести, могу озвучить то, где конкретно участвовал я. Когда были события в Одессе, где погибло больше 40 человек. Мы там были. Мы поехали туда, 12 машин, несколько автобусов. Там были представители Николаевского ультрас, там были представители Свободы, там были представители всех ополчений. Там были представители всех проукраинских сил. Ездил я туда тоже. Мы уже подъезжали, когда к Одессе уже начался пожар. Наши друзья с Одессы позвонили и обратились к нам за помощью. Приезжайте, вставайте вместе с нами. Мы поехали. Мы подъезжали, когда к Одессе уже горело Куликово. Горел Дом профсоюзов. Гибли люди, то есть уже начался страх. Когда мы подъехали к Куликову, активисты одесских майданов, ополченцев, общественных организаций предложили нам поехать на 411-ю батарею. Там был тренировочный лагерь сепаратистов. Об этом мало вообще озвучено в прессе почему-то. Вот мы все поехали туда. Нас сопроводило где-то машин 6 одесситов, ополченцев. Но у них немножко другой подход, у них больше, как бы они модные ополченцы, у них красивые экипировки, у них дорогие амуниции, вот, но их мало. Мало, и это правда. Даже по тому, сколько у нас машин с украинской символикой в Николаеве, разница огромная. В Одессе намного было меньше тогда. И лагерь этот сепаратистский, он был очень мощный и активный. Там было порядка 400 человек. На Куликовом поле основной лагерь. Когда мы приехали на 411-ю батарею, вот, нам, мы просто спонтанно, как с корабля на бал, лес, в центре леса два лагеря на 411-й батарее. Кто там, мы не знаем. Стоят ли там растяжки, мы не знаем. Будет ли кто-то стрелять с автоматов, мы не знаем. Но действительно говорят, давайте уберем эти два лагеря. Но мы говорим, давайте. Вот у нас кто-то был в бронежилетах, кто-то был с фонариками. Но в основном масса, конечно... Тем более, если бы звучали выстрелы, то это было бы страшно. Это говорю вам на своем опыте, потому что после того, как я приехал с Одессы, я пошел и купил бронежилет. Себе и двум своим друзьям потратил все деньги. Вот кто-то пистолеты покупает, я купил 3 бронежилета. Было страшно. Мы убрали, мы пришли туда. Мы, слава богу, что не было, скажем так, ловушек, ям, выстрелов.
Было три охранника сепаратистских лагерей, из них один был с Николаева. Он так и сказал, что платили 400 гривен в сутки. Особо он не скрывал. Там было биты, щиты, экипировка, литература, скажем так, ну, сепаратистского толка. Унижение чести нации нашей. Там был флаг. Я мог бы принести этот флаг сюда, мы его забрали. Он сейчас у одного из наших друзей. Флаг Украины, на нем написано «трофей». То есть есть вещи, которые, то есть есть позиция, кто-то любит братский народ российский, кто-то любит европейские ценности, мы не против. Но есть основы, основы это надо понимать, только на этой площадке мы сможем сохраниться как нация. Это площадка украинскость. Мы должны себя все вместе признать такими разными, что есть кто-то, кто поддерживает коммунистов, без сомнений. Есть кто-то, кто поддерживает свободу, кто-то батьковщину, кто-то новые партии, которые скоро придут также к власти. Это тоже должны понимать. Но мы не должны переходить грань. Грань – это тот раскол, который сейчас на Востоке в крови. Все пытаются как-то разгрести, но мы, слава Богу, и благодаря, поверьте, Виталий, и благодаря вот этим проукраинским силам у нас в Николаеве мир. Потому что все сообща, люди снесли этот маленький лагерек в Николаеве, помогли Одессе и так далее. Хорошо. Также не могу не спросить. Ну вот вы сами возвращаясь опять же к событиям возле лесхоза. Вы говорите, пришли к общественникам, пришли директора лесхоза, у которых на тот момент возник конфликт с областным руководством. Они были действительно достаточно активны. Они в том числе ходили в средства массовой информации. Ну, мы это видели. Вот. Они поговорили с вами и убедили, что нужно вот действовать таким вот образом, ну и, собственно, получен тот результат, который получен. Но точно так же, например, могут прийти и некие заинтересованные, ну я не знаю, люди, вот, у которых есть интерес кого-то прогнать и занять это место. Но точно так же эмоционально убедят вас, и вы просто как живая сила, молодые, крепкие парни, поможете кому-то? Возможен такой вариант или нет? Ну, мы давайте конкретно говорить. Это возможно тогда, когда человека можно купить. Правильно? То есть, когда у человека нет моральных принципов, когда он просто зарабатывает деньги. Нет. Человек может не разобраться в ситуации. Я не знаю, недостаточно юридической образованности, чтобы посмотреть документы. Ну, то есть... Вы правы. Я сейчас вам... Это жизнь, могут быть разные ситуации. Вы правы. Так. Вот для этого вчера мы были на семинаре по методам борьбы с коррупцией, где присутствовали депутаты, как тренера, несколько известных журналистов и блогеров с Киева, которые ведут в том числе «Наши гроши». Знаете, да? Да, известный телевизионный проект. Да. И средства массовой информации, общественники. И мы искали методы, законные методы, да, как мы можем действительно разбираться в ситуации, как мы можем контролировать чиновника, как нас, чтобы не запутали кто-то из каких-то лоббистских структур, чтобы добиться своих интересов, да, чтобы с помощью нас, общественников, чтобы не свои какие-то конкретные обозначенные материальные интересы. Конечно же, нам надо учиться. И из всего надо делать правильные выводы. То, что произошло у Паламарюка, ну, наверное, это просто было стечение обстоятельств разных интересов. И самое главное, это действительно, я говорю, желание общественников быть услышанными. Вот это было важно. Потому что что-то произошло после того, как власть изменилась, посады три партии, которые пришли к власти, поделили и стали договариваться с той группой, против которой все вместе выходили и против которой они выводили людей. Это людей просто насторожило. Это был крик. Это не то, что там, чтобы вы не думали... Я понимаю, о чем вы говорите, но точно так же вот то, что настораживает и нас сегодня. Вот, опять же, возвращаясь к событиям возле лесхоза. Юрий Клет, о котором вы
мы упоминали выше. Действительно, он там достаточно активен был, выступил с некими разоблачениями, но мы можем допустить, что у него, ну извините, есть свой интерес возглавить областной лесхоз и подавать себя как человека, пострадавшего при предыдущей власти. К нему, в принципе, могут быть такие же вопросы, как к Паламарюку у общественности. Анатолий Николенко, который на двух ваших акциях возле лесхоза присутствовал. Ну, я допускаю, что у этого человека может быть интерес, я не знаю, там, в распределении, в такой интересной и тонкой теме, как распределение охотугодий. Но к нему точно так же могут быть вопросы. Но сегодня они с вами. И у меня может складываться впечатление, что они просто используют вас. Ну, может быть, есть у вас основания. И понимаю, то есть, насколько вы сами для себя понимаете эту проблему, насколько вы готовы для себя решать, коль уж вы занимаетесь этой общественной деятельностью? Да. Нам однозначно надо расти. Да, как вот есть в Библии фраза, что когда-то детей поят молоком, ему не дают твердую пищу. То есть идет созревание, процесс становления общественной деятельности общественника в городе Николаеве. Процесс громкий, резонансный, и для нас, для всех это урок. И уже позавчера мы стали привлекать волонтеров-юристов по подготовке документов, потому что проектов у нас сейчас очень много, которые приходят, которые подают люди, подают и депутаты, и обычные люди, и представители бизнеса, где есть, как с их позиции, как они утверждают, какая-то коррупционная складовая или какой-то сговор по дерибану либо государственных денег, либо беспредела, который продолжался, и хотят бы его продолжать и далее. Нам надо учиться, вы правы, мы не претендуем на то, что мы все знаем и справедливо во всем. Нет, мы учимся, мы изучаем, как правильно подготавливаться, как правильно собирать информацию. Вся информация на чиновников есть. Уже в Украине, в Киеве создано мощное блогерами, журналистами мощное движение «Доступ до правды», где пишется вся информация, где, вы же не забывайте того, что произошло этой весной, принят закон 0947, за который боролись журналисты и блогеры, вы знаете, 3 года его готовили. Доступ какой, який мы выбрали, пожалуйста. То есть мы сейчас на самом деле имеем очень много возможностей. Очень много возможностей по закону проконтролировать чиновника. Мы не хотим менять одного на другого. Мы хотим вырастить, создать систему, через которую мы сможем этого чиновника контролировать. Чтобы он был просто на своей посаде, быстро делал то, как робот. Не то, чтобы он месяц подписывал, за что ему там будут находить, как к нему подъехать, чтобы он ускорил эту подпись и так далее. Чтобы мы знали, что если у его родственников, и мы это озвучиваем, есть бизнес в Николаевской области на миллионы, в Николаевской области, значит, мы уже прекрасно понимаем, обоснованно, что где-то его здесь есть интерес. Лоббировать свой бизнес при дерибане бюджета, подставлять, кто, посмотрите на строителей, посмотрите на общепиты, везде интересы каких-то депутатов. Кто-то чей-то кум, чей-то родственник, кто-то убирает мусор, двоюродные дяди и так далее и тому подобное. То есть они должны понять, что контроль громады сейчас только будет увеличиваться. И с вашей помощью журналистской, и с нашей общественников, вот у нас сейчас идет огромный по нашим городским меркам приток волонтеров к нам в комитет. У нас официально членов комитета, я думаю, это может быть интересно, в городе Николаеве 30 человек. Волонтеров 160. Это немало для общественной организации. В городе Николаеве сотни общественных организаций, однодневок, где один только человек. Но он говорит от лица общественной организации, он ходит на какие-то встречи, он ходит на якісь нарады и щось собі там маркует. Вот. Нас становится все больше, то есть люди верят. И для меня лично, тем более у меня непростая жизнь была, поверьте, и если это интересно, я могу рассказать. Для меня лично очень важно, чтобы все было прозрачно. И мои отношения с людьми, для меня очень важно, чтобы я был людям понятен, потому что мне люди верят, зная мою жизнь, она неплохая, непростая.
Хорошо, о прозрачности. Но я думаю, что у кого-то из зрителей может возникнуть вопрос. А кто, например, финансирует эту полиграфию? Кто вообще это все финансирует? Это же ведь тоже деньги. Да, эту полиграфию нам выдали на тренинге, это не наши делали. Здесь очень все четко, прозрачно и понятно. С помощью норвежского амбассады норвежской. Вот. Программа слияния парламента. Да. Ребята выиграли грант. Это журналисты и блогеры выиграли грант. И они пытаются всем активистам, всем журналистам, блогерам донести информацию, как контролировать власть. Сама общественная организация, которую вы представляете, она каким-то образом финансируется или это волонтерство? Значит, более того, мы платим взносы. Это не просто волонтерство. Мы себя финансируем сами, чтобы убрать складовую коррупцию. Потому что если денег нет, то их надо где-то взять. Вот. Сложно. Сложно финансово, но я вам скажу, что время все расставляет на свои места. Я думаю, уже через полгода ваш здоровый, обоснованный скептицизм изменится, и это будет такая же самая здоровая поддержка. Потому что мы друг за другом так же само наблюдаем, правильно? Хорошо. Ну и последний, пожалуй, вопрос, подводя итог разговору. Выше у нас звучало, и, собственно, не является секретом, планируются местные выборы, возможно, досрочные, ну, в принципе, в недалекой перспективе и срочные. Говорят сегодня активно о досрочных уже осенью выборах в Верховную Раду. Вас в каких-нибудь партийных списках мы увидим? Меня конкретно нет. То есть у вас политических амбиций нет? Вы общественник? Да. Да, меня конкретно нет, но я думаю, что каких-то кандидатов наш комитет будет поддерживать. Будет поддерживать, то есть будет создана площадка, когда мы услышим слова, желательно увидим дела. И если это будут люди достойные, конечно же, мы будем поддерживать их. Особенно будем поддерживать людей молодых, это отдельно. Денис Барашковський, заступник голови комітету по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією, був нашим гостем та відповідав на наші питання. Дякую, на краще, успіхів вам. До побачення. До побачення.